Такие высокие темпы освоения атомных энергоблоков большой мощности достигнуты впервые в практике и отечественной, и зарубежной атомной энергетики. За счет чего? Этот вопрос я адресую директору станции Виктору Петровичу Брюханову. Это произошло благодаря тому, здесь надо прямо сказать, то, что нашими строителями, монтажниками, всеми теми коллективами, которые трудились на сооружении Чернобыльской атомэлектростанции, выполнен весь комплекс объектов и сооружений, предусмотренных проектом. И все эти работы были выполнены с высоким качеством. Благодаря хорошо отлаженному оборудованию, хорошо смонтированному оборудованию, наш коллектив, выполнив большие радиационно-технические мероприятия, пусконаладочная работа, сумел добиться вот таких успехов в освоении этих больших энергоблоков с аппаратами РБМК-1000. Вы говорите, наш коллектив, значит, заслуга и вашего коллектива, уже тех, кто эксплуатирует эту станцию? Конечно, коллектив, который трудится на этой станции, внес много своего. Выполнен был большой комплекс радиационно-технических мероприятий, который позволил коллективу добиться вот этих хороших результатов в своей работе.